Татьяну Владимировну и Алену отправил в то место, где они должны находиться всю жизнь. Это их место. Когда они видят мужской орган, они начинают робеть обе. Что она, что такая. У них нету ничего. Самое главное, чтобы был мужской орган, который будет драть всю семью их. Понимаешь? Не, а что и они теряют голову. Что тебе вывело? Им плевать. Так морали меня начинает учить Татьяна Владимировна, что я неправильно себя веду. А ты не научила своих детей, что раздвигать ноги это нехорошо первому попавшему? Что значит неправильно себя ведешь? Вот, по-моему, у тебя уже с Аленой все решено. Все решено. Поставили точку. С мужчиной. Да, поставили точку. Я сказал, что я в ваши отношения лезть больше не буду. Они мне начали какую-то чухню нести. Она меня все утро парафинит, это Татьяна Владимировна, мама этой, как ее зовут-то, блин? С кем я жил, как ее зовут? С Аленой. Алена. Вот, у меня своя жизнь, у вас своя, вы нашли свое счастье, я на вас смотрю и робею, мне так завидно, что вы нашли такую счастливую жизнь.